мы на месте. Мы приветствуем Дацу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает. Хорошо. Итак, что ты говоришь, у нее на голове черный квадрат, да? Но он не черный, он как металлический квадрат, и вниз куда-то уходит конструкция. Сканер просканирует эту подключку над головой вместе с сопутствующими и подключенными к ней чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, выведи полностью из биополя Дацы. Приступай. Это такой квадрат на голове, он уходит в позвоночник и несколько как это разветвлений плечей. Космически. Спина готова. Отправляю его в клетку-тюрьму. Еще что-то есть? Видимо. Визуально нет. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дацы под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дацы. Находит все. Конструкция рептилоид. 2 грея вышли. Синий дракон. Инкуб. И бес у нее. И бес. 8 герц. Он недавно. Хорошо. Где ты зашел? В квартире без? Да, он зашел в квартире. Он периодически заходит, выходит. Понятно. Мы сегодня будем эту квартиру чистить, будем закрывать там все порталы. Ты один там находишься? Один. Хорошо. Мне нужен кто-то, кто покажет все порталы в квартире. Если хочешь, покажешь мне порталы после того, как ты все соберешь. Я тебя отпущу после чистки. В он квартиру. Уже показывает. Сейчас мне не надо. Когда я буду там, тогда и мне и покажешь. И за это я тебе соберу весь негатив в этой квартире перед тем, как я все закрою. Тебя это устраивает? Да. Кто еще находится в квартире из присутствующих? По рептилоиду и Греев есть плата, все. Хорошо. Сколько находился без в этом биополе? Ну, он показывает, зайдет, выйдет, ну, понятно, 2 месяца. Постоянно не находился, но подключка была 2 месяца назад. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 1,5 года. Скрашиваешь одиночество. Какой на синий дракон? Посмотри, Вера. Инкуб не понял тебя, он не говорил об одиночестве. Хорошо. На сладкие сны зашел? На что ты зашел? Какая частота тебя притянула? Тело. Хорошо, идем дальше. Синий дракон. Посчитай цифры над головой дракона. 809. Сколько ты находишься в этом биополе дракона? 9 месяцев. 9 месяцев. Рептилоид. Какой у нас рептилоид, Вера? 103. Ты пропадаешь. 103. 103. Кто ты, военный или лаборант? Лаборант. Какая цель вашей подключки с этим квадратом над головой? Мысли, расщепление мыслей. Для каких целей? Расщепление мысли. Познание мозга спинного и головного. У вас есть разрешение, согласие души на эти действия? Души нет. Мы подключены к тонкому плану биоробота. Значит, вы зашли без согласия. Как долго ты находился в этом биополе? 3 года и 2 месяца. Хорошо, рептилоид, ты понимаешь, ты находишься сейчас в очень такой неприятной ситуации. Дацы вполне в состоянии дать нам команду, отдать тебе всю эту боль, установить на тебя эту конструкцию, этот квадрат, и за 3 года и 2 месяца вернуть тебе, а потом и Греем, все, что вы дали ей, вот это расщепление. Мне интересно, ты готова это принять? Была проведена большая работа. Это никого не интересует. Согласия ее не было. Если было бы ее согласие, если бы она призывала рептилоидов и Греев, придите, сделайте из меня там что угодно, тогда бы я еще понял. Вы нелегально здесь находитесь. Так что этот риск остается. Дацы, я обращаюсь к вам. Вот эти интерференты, которые находятся, рептилоид, Грей, с этой конструкцией, синий дракон, инкуб, бес. Но рептилоид и Грей находились больше всех 3 года и 2 месяца. Они расщепляли ваши мысли. Это серьезное вторжение в вашу свободу, в ваше биополе без вашего разрешения. Вы хотите им вернуть всю эту боль за 3 года и 2 месяца, все эти ощущения, которые вы пережили? Да, я бы хотела отдать им непонятные мысли. Вот это они сегодня все получат. Отлично. Просто дело в том, что они сейчас ваши заложники. Вы хозяйка ситуации. Они все находятся у вас в заложниках. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я еще буду задавать вопросы.
Даю команды тонкой копии даться спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродных, их возвращается к ним. Пока идет реверс, сканер просканирует полноту души даться на настоящий момент. 98. 2% находится в конструкции. Хорошо. Отщепление. Нет, это синхронизация. Расскажешь межгалактической полиции, когда дойдешь до нее. Мы можем пропустить этот шаг. Вы можете, можете. Хотим мы ли с тобой. Нет, мы с тобой этот шаг не пропустим, потому что ты не той душе говоришь. Ты должен отпустить нас на нашу чистоту. Я должен отпустить вас? Во-первых, я ничего не должен. Начнем с этого. Во-вторых, вы находитесь с заложниками, потому что вы производили преступные действия, которые запрещены законами мироздания. Если вы считаете у вас свои законы, вот в этом месте и объясните. Кроме того, будет установлено межгалактической полиции, кому вы еще подключены. И я очень надеюсь, что вам есть что предложить. Больше вы ничего от меня не получите. Итак, Вера, реверс идет, да? А, в общем, этот рептилоид, он пытается, ну, я бы назвала это гипнотизировать. Меня? Меня, тебя. Ага. Он и отправляет. Все... Ну. Такие вибрации от него, волны идут. И как оно? Возвращается назад? Возвращается к нему. И оно вокруг него остается и сбивает его. Он не понимает, что происходит. Хорошо. Он не видит защиты. Отлично. Реверс закончился. И вот это все, что вокруг рептилоида сейчас зависло, входит в него. Все, что он посылал, усилил это все в 10 раз. Пусть пока стоит. Даю команду. Хорошо, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Датса забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает датса себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Рептилоид, там, где ты стоишь, стояло очень много генералов. Тут ты приходишь мне со своим 103-м уровнем, пытаешься на меня воздействовать. Он парализованный, он стоит как столб. А, ну хорошо. Причинно-следственная связь, опять-таки. Это же наивное. Мы бы не занимались этой работой без защиты. Грей, вы уже радуетесь нашей встрече? И конструкции, которые я скоро установлю у вас, этот квадрат. Вы не хотите свою магию на мне попробовать, Вера? На него устанавливай. На него? Почему на него? Ты тоже здесь находишься. На всех участников. Сначала на него. Грей контролировали оборудование. Да? Аппаратуру. Ага, понятно. Это значит... Грей не отщепляли. Грей не отщепляли. А за что Грей работали? За какую цену? Весь процесс. Производился рептилоидом. Какие условия вашего договора с рептилоидом были на оказание ему этих услуг? Что вы за это должны были получить? Мы тестируем подключение к конструкции, да, для следующего распространения. То есть ты хочешь сказать, чисто из энтузиазма. Никакой оплаты не было со стороны рептилоида для вас, кроме этих знаний, да? Это тестирование конструкции для дальнейшего распространения. Хорошо. Как бы там ни было, это не меняет сути дела. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Бес, твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. И скажи мне сразу, есть лярвы в ее биополе? А на плечо почему-то показывает. От шеи и вниз на плечо лярва. А откуда она там появилась? От конструкции или от чего? Рептилоид Грей или кто это были? Да, там как защемление какое-то в шее. Хорошо, хочешь получить эту боль? Да. Давай, ты все вытащил? У него как такое, даже не веревки, нитки такие наматывал. Он как в виде восьмерки между ног путался и уходил. Понял. У него вибрации были выше него, поэтому он заходил, выходил. Хорошо, он все снял? Да. Разрешайте с плеча снять эту лярву, все, что у нее там находится, вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся назад. Она как капля на плечо и тонким концом на шею идет вверх по шее. Ну, рано или поздно она бы это почувствовала, если уже не чувствовала. Хорошо. Все снял. Инкуб, твоя очередь, выходи, отключайся полностью, снимай все, что я оставил. Есть твоя накидка в биополе? Есть. Как она воздействовала? Он принимал ее облик. Вернее, она
его облик принимала. Он с ней как синхронизировался. Ничего себе. А как ее люди видели? Вот так и видели инкуба. В ней видели инкуба. Кто-то видел, кто-то чувствовал, кто-то подозревал. Хорошо. Все снял. Идем дальше. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай, возвращайся назад. Снял. Хорошо, Грей, посмотрите внимательно, что-нибудь осталось еще, что я не вытащил в ее биополе. Они проверяют это оборудование. Это в их интересах. Все на месте. Если проверку не пройдут, могут сгореть в этой клетке. Значит, все вытащили, ничего не осталось в биополе? Все вытащили. Даю команду на рассинхронизацию ДАЦИ с рептилоидом, двумя Греями, конструкцией рептилоида и Греев, этим квадратом, синим драконом, его платами, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Сканер, просканируй полноту души на настоящий момент. 100%. Отлично. Рассинхронизация закончена. Включай внутренний белосвет ДАЦИ. Этим светом она выдалит из себя все негативное патогенное низкое аберрационное. На частотах интерферентов и их подключек все остаточные энергии выходят, формируются в шар. У нее небольшой шар, он как туман, затуманенный у нее. Ну, это от гуманоид, от этого мозги. От рептов. Сейчас он испытывает эту ситуацию. Открывая воронку в галактической дроп под этим шаром, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Подхожу к ДАЦИ, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3 удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактической ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, бес, перед тем, как я тебя отпущу в квартиру, чтобы ты собирал все. Хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Выходит эмоциональный фантом ДАЦИ, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоаберрационные эмоциональные энергии. И все это низкоаберрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. А вышел фантом. Как он выглядит? Он серый, и там, знаешь, слово идет старание. Она очень старается. Усердствие какое-то. Она тратит много времени на это. Понятно, но не должен выражаться на эмоциональном фантоме именно серостью. Хорошо. Да, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Потому что эти эмоции, они подавляют радость. Эмоции рептилоида и Грея, да? Нет, эмоции вот этой усердности, она ограничивает легкость и радость эмоциями вот этими. Это как постоянный контроль какой-то над собой. Хорошо. ДАЦИ, вы готовы расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачиваете энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю бес. Назови мне первой причины, пару пунктов. Что там больше всего еще все вытекает? Он говорит нервы. Нервы. А еще? Есть что-то? Нервы у всех есть. Он показывает, почему нервы. То есть она у нее как оболочка такая внешняя, спокойная, но внутри у нее... Ураган. Бывают, нет, не всегда, но бывают такие состояния, где у нее все трепещет, и вот эти нервы, она отражается на ее внутреннем состоянии. Она не знает, как с этим справиться. Ну и нервы на нервы. Переживания? Не с этим справиться, а с некоторыми ситуациями не знает, хорошо, как справиться. Здесь еще бывает такая возможность, что интерференты могли помогать ей не справиться с такими ситуациями, что вызывает, соответственно, вопросы. Хорошо, мы это все получили. Итак, без, у меня вопросов больше нет. Я сейчас открываю портал в квартиру ДАЦИ. Потом прихожу, проверяю. Ты мне показываешь портал, я собираю негатив, отпускаю тебя на твою чистоту. Все понятно? Ну, понятно, он еще показывает. То есть он расширяет этот ответ. О, да, вот эти давай. Нервы, это как опоры нет. То есть... Внешне она спокойна, но внутри она иногда... Стержня нет, фундамента нет. Не находит ответы, и от этого, да, она слабая от этого. Слабость это ей дает. Но она себя контролирует, чтобы внешне было все спокойно. Ну хорошо, здесь не только внешне, надо и внутри. Все идет изнутри, поэтому внутри нужно быть спокойной, вне зависимости от любой ситуации. Чтобы это чувство развить, надо над собой работать и контролировать внутреннее свое состояние эмоциональное. Потому что все идет изнутри, все, что вы излучаете, маска наружная, даже если вы спокойны, внутри вас колотит, это самообман. Надо избегать этого состояния
Бес говорит, что иногда и поорать хорошо. Иногда что? И поорать. Поорать хорошо. Ну да, хорошо. Можно, конечно, поорать, но с другой стороны, можно и притянуть тебя этим криком, правильно? Потому что тут еще надо понимать, почему кричит человек от бессилия или от надо того, что... Надо выпустить этот пар. Хорошо. Я ж не говорю на кого-то орать. Ну, хорошо, есть много других способов этому всему. Хорошо, бес, готов уходить в дом, в квартиру? Готов. Открывается портал в квартиру Дацы. Бес собирает все, что принес, уходит в этот портал, дожидается нас, закрывая, печатая, растворяя. Просто показывал, как надо орать. Ну, Вера, крик. Готово. Нормальная, спокойная душа, она не кричит. Это он говорил. Но это. Он как раз говорил про сильные души, которым нужно выпустить. Он показывал природу, где нужно как все это хорошо выкрикнуть, и внутри становится спокойно и уверенно. Хорошо. Можно и так сказать, но с другой стороны, все демоны вокруг этот крик услышат. Совет беса. Я понимаю, совет беса, действительно, об этом и речь идет. Инкуб, ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Мы это биополе будем проверять, если я тебя там еще раз увижу. Будет очень неприятная встреча. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, Даца. Возвращаемся к нашему разговору об откате всех этих болей, которые вы получили от рептилоида и двух креев. Выстраивается сейчас прямой канал от Даца к рептилоиду, одевая на него конструкцию и этот квадрат. Подключается точно в тех же местах, где были подключены удацы. И на счет 3 включаю этот квадрат на полную мощность. И дация дает по каналу всю боль, все негативные, патогенные, низкоаббрационные ощущения, которые она пережила за 3 года и 2 месяца от рептилоида, возвращается назад. Все эти ощущения он испытывает в течение 1 минуты. Пошел реверс. 1, 2, 3. Все ощущения возвращаются назад и начинают работать. До 100% все возвращаем назад. Не процентом больше. Получается у нее? Да, у нее получается. Его начинает как-то как изгибается, его корежит каким-то путем. Изнутри заходит вся эта боль. Вот она точно так же испытывала эту боль. Сейчас ты ее назад получаешь. Готово. Отлично. Хорошо. Снимаю с него эту конструкцию. Переношу ее в соседнюю клетку. Сжигаю канал на счет 3. 1, 2, 3. К интерферентам. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю. Растворяю. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, у меня здесь рептилоид 103 и 2 Грея. Рептилоид пытался свою магию на нас применить, но получил откат и замер. Кроме того, мы дали по желанию клиента боль назад за 3 года и 2 месяца, которую она получила от этой конструкции и квадрата, который был подключен ко всему биополю. Все остальное ты уже видишь. Афиша, забираем. Благодарю тебя. Что-то он не хотел попадать к вам. Говорит, я должен отпустить его, перепрыгнуть шаг. Наверное, он вам известен там. Разберемся. Забрали. Отлично. Клетка пустая, Вера, посмотри. Квадрат остался с конструкцией, да? Да. Под ней открывая воронку в галактическое ядро, этот квадрат вместе с конструкцией уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Датса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень гармонично, уверенно, спокойно, сбалансированно. Отлично. У нас остались сейчас чистка вашей квартиры, поэтому я буду возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры.